Выпускница 17-й школы Елена Зверева добилась своей цели. Уже с 5-го класса девушка училась на одни пятерки. Рассказывает, школа всегда была в приоритете. Все личные дела уходили на второй план. При этом учеба всегда нравилась. Учиться на отлично – это труд. Это нет права на ошибку. В любом случае, и очень. Ты должен каждый день превосходить себя и добиваться, учиться. Закончить школу с медалью – это большой подвиг для ребенка. Однако в отличной учебе большая заслуга и преподавателей, и, конечно же, родителей, которые получали новые знания вместе с детьми. Это благодаря моим родителям, потому что они меня постоянно поддерживали, оказывали любую помощь и дарили свою любовь и поддержку. У человека должна быть цель в жизни, и к цели этой надо стремиться. Ну вот мы всегда поддерживали, все у нас дети такие. Поддерживаем, помогаем. Это будущее нашей страны. В этом году черепаевские школы с красным дипломом закончили 92 одиннадцатиклассника. Это больше на 22 медали выпуска 2017-го. И, конечно, нам сегодня немножко грустно, то, что многие из вас выбирают вузы за пределами Вологодской области, за пределами города Череповца. Но, поверьте, мы вас отпускаем получать образование. Но ждем возвращения в город Череповец. Это последний школьный звонок, это первый звонок во взрослой жизни. Закончились ежедневные домашние задания, ежемесячные контрольно-проверочные работы. Сейчас их будет больше. Впереди у медалистов поступление в университеты, где им точно пригодятся их красные дипломы. Рафик Исаев, Александр Шагищев, Сергей Павлов. Новости.